О, челик у меня появился. Наверху, прям на крыше у них. Сидит, смотрит. О, по нему уже лучше. Вон сверху я вижу. Бьют, убили его. Он его убил. Убил одного, короче. Это не наш челик. Какой-то бичонок зашел и умер там. О, там чел появился еще один. Он его лутает. О, челика я завалил. Алло. Да. Fucking boy орут. Бля, чё у тебя с микрофоном? Чё у меня с микрофоном? Всё плохо. Включись, переключись на наушники. Так я на наушниках. Уюшников. Ну, микрофон, гарнитура, вирус, хуирус. А что так громко? Не знаю. До сих пор громко? Послушал. Громко, да. Блядь, как будто через джойстик, что ли? Нет. Нет, не вижу где. Нет. На левой вышке у тебя? Да, должна простреливаться, ебошь. Нет, не простреливается, мы уже пробовали. На этой же базе причем. Да, это хуйня. Так лучше? Бля, сделай с микрофоном еще инсусы. Так лучше? Нет. А так? Нормально. Так, блин. Так хорошо? Пойдет. Ну, блядь. Не видно ни хуя мне. У тебя есть этот глушак? Так сделай. Тусак, я здесь. Поставь на тундру и ебани. Слышишь, суслик? А, где здесь? Прибежал. Быстро только там, блядь, 400 метров и все, ебани. Не слышу. Есть еда какая-нибудь? Нету. Вообще ничего. Вам только мандро набрать. А у вас в ваших этих нету трупаках?
О, открылось опять. Открыло наверх окно. Ой, дверь. Я себя не смогу затопить. Ты сможешь в машине себя заебать, тебя не убьет. Голунгов, он через текстуру в меня хуярит как-то. Я понял. Он открывал Боротину. Он а кто в этой пристройке? Ты в пристройке? Я. На балкончике. На балкончике это я, А, ага. Он сейчас меня хуярил через крышу, короче, понял? Он открыл. Он открыл дверь эту, вот, которая у меня с моей стороны, он ее открыл и начал ебашить. Так он в крышу хуярил. Я пошел себя залутывать. Сквозь крышу, да. Сквозь крышу у меня пули пролетали. Ну да. Сквозь железо, вот сквозь постройки нет. А сквозь вот такие, да. А как он? Сквозь гаражи тоже, блядь. Ну. Я тут же вот в комнатке стою, да, на втором этаже? Ну, он примерно взял, блядь, как ебать. Вообще ровно в меня. Если бы второй стеночки не было, блядь. Слушай, Книфунди, пожалуйста, нахуй убивают меня, нихуя не слышу из-за тебя. Все, ну, блядь, выстрелил, вообще. Меняй по позицию. Тебе уже не один день раз говорили. Убили? Из-за меня, блядь, его убивают, нахуй. Убили, блядь, из-за меня прям, блядь. Да поменьше разговаривай. Ну, блядь, прострелили тебя через стену, и чё? Нет, в смысле, он ровно в меня стрелял. Ну и хуй с ним, да просто ты не меняешь место, ну, блядь. Чё? Они уже давно тебя увидели, ты ни движения не сделал. Ни влево, ни вправо. Если хуй они в тебя попали, блядь. Ага, с крыши. На крыше, короче, в проеме, вот, видите, на углу нету ничего. Ну и че? Ну, там застройки нет, вон там оттуда стреляет. Смотрите в крышу. На углу прям, с вашей стороны. Я вот вижу отсюда, под забором, стою. Ты его не можешь штопнуть? Я не вижу там смотрю. Никого. Ну, он чуть в глубине отошел, видать. А он тебя знаешь как? Он тебе сверху оттуда, блядь, где вот этот забор застроенный, где проем есть. А он тебя оттуда с крыши и стрелял, блядь. Вот и все, нахуй. Да я сейчас видел, откуда он стрелял. У меня видео есть, блядь, я его сейчас сохраню. Вы че, блядь, у них воротины, они ебашут прям. Открылась воротина, он начал ебенить. Да, да. Во всем да, красном. Вот, воротина открыта. Да. Сейчас воротина открыта? Открыта. Закрыта у них? Да. Открыта? Открыта. Угу. Он же оттуда по мне пытался прострелить. Нет, что закрыто. Вон он там мелькает. А, вот сейчас крайний... Ну, воротина закрыта, а еще с краю у них прям на углу, блядь, что-то... Нет застройки, нахуй. Да, там не застроено. Вот оттуда они с этого проема стреляют. Да и хуй с ним. Что они, блядь, не сделают? Слушай, а если нам дальше лезть вот эту дверь, ну, с этой стороны цинка? Там замок, ну, блядь, ты стреляете, чё, по нижней, либо по верхней, и всё. Какую? Которая дальше во двор проходит? Которую, где замки, то есть с другой стороны. Да-да, которая дальше во двор проходит. Надо рейдить, нахуй. Патронов надо, блядь, дохуя. Да, о, кто там, надо, кто да. подбежал? Кто за это, под забором на южной стороне? Под вот ты, да.
Под забором Блять, я. он уже там 5 минут стоит и только очухался. Я вверх, блядь, смотрел. Да, да, да. Убил. Где это? Это я начал. Да это с... ломать. Забор. Ворот почему? Сейчас они будут открывать двери, я буду их ебашить. Ты в этот прям сразу стреляй. Перекрестие. Понятно. Перекладины. А, да. Кстати, да. Быстрее будет родиться. Вон он мелькает. Сейчас будет открывать. Вон гиль там ходит наверху у них. Гиль шапка. А, или это 90-ик. Да-да-да. Я подошел, суслик. Да ты МК хер зарейдишь, блядь. Ты чё тут? Даже не покраснел она. Ломай, там у них есть там какие-нибудь, блядь, ключи у них внутри, там, вот эти молотки, блядь. Смотрите, чтобы на цинк не залезли. Кувалды, да, давайте, давайте. Кувалдами там ебашьте, блядь. Мы смотрим. Вот вверх. Он, возле ворот на крыше сидит. Возле ворот прям. Сейчас выходит, выходит. Вот ствол торчит у него. Не вижу пока. На углу прям. У меня же нижняя позиция. Мосинки, хуярь. Патрики есть? Ваш были. Да хуя их было. Я на мосинку уже расстрелял. Да топорами ломайте, вы оставьте патроны, чтобы если к вам залетят, кого-то, блядь, отбивать. Суслик, контроль, я буду топором тогда ебать. Берите топор, Суслик. Либо, блядь, кувалду. Кувалда и сама заебись ломается. Если есть точка кувалды, цепляйте кувалду. Вы сейчас все эти патрики разъебашите, и что вы будете делать? Они вас зажмут. А вы сам цинк, что ли, родите? Угу. А на хуясе там можно по боку пройти. Нет, о них мы же думаем, они думают тачки выгнать. Нет, только так. А тут все равно у них дальше застройка. Тут, блядь, разбирать все равно придется. О, вон, вон, вон. Лег. Сука. Давай. Встань. Блядь, не встает. Тебя дам. Давай. Встань. Сука. Он там лазит, лазит, я вижу. О, давай встань. Сука. Да, 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 вон я вижу, он мелькает. Да. Да, да. Главное, если на цинк будут прыгать, скажите нам. Да, да, да. Еще какой-то зашел. Смотри. Нет, там и триггеры, и какие. А этого нету, блядь, еще одного. Так потому что это этот перезаходит то одним, то другим. А ты где
вообще суслик сидишь? Здесь вот. Ага. Ты смотри там аккуратнее, где Ваню убили, они тебя могут снять. Ой, блядь, а тут шинам пиздец на машине. Да, пусть. А, они прям взорваны? Угу. Да. Блядь. Беда ещё. Это плохо. Руиньте нахуй тогда им тачки, блядь. Дальше сейчас я, блядь, пройди. Не знаю, как. Ворота быть. Сломаем. Дальше пробовать отогнать. О, открылось опять. Воротина у них открылась наверху. Палатку там вижу. Вон он, гиль. Сука. Все, закрыли? О, да, закрыли. Так, ладно. А я куда он стрелял? Это, ну он, в меня, он наверное. Вниз, он вниз, да-да-да, по тебе. В мою сторону, наверное. Там гиль у них ходит, рыжий. Я по нему сейчас, блядь, попытался дать. Открыл ворота, кто ко мне в цинк открыл? Никто. Ко мне заходит. Я гружусь, я понял. Не встречайся, я гружусь. На острове сейчас буду, там, на южном, на этом. Я в цинке упал, в лунку. В цинке двое. Двое в цинке. Ну сейчас тебя добьют. Второй сейчас добьют. А, я на крыше гружусь, если что, пацаны. Это я. В цинке? Барабан. Он по бетону, мой. За бетоном уже. За бетоном. Я загружаю. Сейчас, ребят, загружаюсь, подождите. Сейчас я буду вас крыть с острова. Все, не кипишуй. Кто лол хп, забегай цинк. Ай, бля! Сука. Хорошо. Я в лунке лежу возле. За бетоном я. Я. Я гружусь. Там кам с барабаном, да? Да. Заберите, пожалуйста. Там они у меня его отжали, гады. Парни, все, я вас сейчас буду вас сейчас крыть. Я в цинке, по мне стреляли, ноги сломали мне. А мне тоже. У меня тоже сломанный, блядь. Ёбаный в рот. Сейчас, секунду. Да, вижу. Все, я лежу да, здесь. Да. Я лежу южную сторону крою. Если есть возможность. Давай. О! Кто на. А, это ты на улице бегаешь. Вижу тебе. Давай, я крою вверх. Чтобы он не вылез. Там шину сделать никто не может. Шину делайте. Да ты ничего не. Да ты пусть у тебя будет. Успокойся. Играй. Тихо, вон у них на крыше чел появился. Давай. Да я бы выстрелил. Он со сломанной ногой ползет. Я ему ногу бы поломал. Серег, ползи сюда. Куда? Обратно. Я в цинк иду, блин, если чё. Что ж ты молчал-то? Вверх я вам крою. Не, я тебе рюкзак скину, просто он заруинен. Надо было пробить. Давайте доламывайте там. Цинки есть кто? Нет? Да, мы. Да, есть. Где? Я, да. Я тоже. У них теперь тоже там ломаная нога. Не переживайте. Он там дофига дел не сделает.
Ну, ой, должна, я КМ возьму тогда. Ломаная нога. Вот труп. Вот этот еще кто-то. Кто тут? Пока. С Эмкой. Кто лежит? Папа. Я наверху скинул. Наверху скинул в будке. Сценки. Я продолжаю рейдить. Я. Шину кто сделает? Шину, сделайте шину ему, вы че, блин, он валяется, блядь, в кусту. Да там 5 секунд ее делать, Ярик, блин, любой куст. А. Блядь, че заболел, сука. Там кому-то я скидывал мультивитаминки. Несколько. Но я их не вижу пока. Никого нету. Я юг прям крою. Че он там печалится с сломанной ногой? Спасибо. Где шина? Наложи ему, да и все. Ты мне говоришь? Это я сижу. Нет, нет, суслик, суслик. Да его уже сегодня там убивали, но он все равно там. Кто это? Это я. На Блэйс есть патроны еще у кого? Да, я скину под собой. Все, спасибо. Сейчас Ваня подойду. Да, на, еще возьми на Блэйс Патрике 20 штук. Ну, подойдешь сюда. Да куда, блядь? У них утро. Ну надо, блядь, о, кирку. Это. О, что такое? Это он, да? Запустил. А нет, тут запустили, да, ракетницу. Угу. Mm-hmm. Ну, мне еще лучше видно, блядь, сейчас вообще заебись видать. Я прям заебись вижу в КНБшный прицел. О, они еще одну заебанули. Они на самом верху, на третьем этаже. Оттуда вот сейчас их ебашили. Угу. Во, точно, тундра, ебаный в рот. Заебись. Вообще охуенный обзор. Давайте, блядь, вылазьте где-нибудь. Вообще. Еще пусть одну ебанут. Вообще заебись. Прям обзор был шикарнейший, блядь. Все, теперь кончился на. Кто под этим? Я. Че, никто не выходит? Mm-mm. А ну отойди, Вань. Ворота, если закрыть, блядь, а потом проехать. Ага. Отходишь? Это ты что, если ты сядешь в тачку, ты умрешь. Не-не-не-не-не. Да, ну смотри. Я... Разбирай. Начинаем разбирать все в круг хуям. Я тебя крою. У меня тип уже тут, блядь, приведенный там.
Кирка, давай. О, давай киркой разб... А, да у них там замок висит, да, сука? На низ идет дверь. А, все открыто? А, фундамент? Выкапывай фундамент, чтобы можно было зайти в этот, вниз. Ну, разбирай нахуй. Разбирай там все. Разбирай потом стену со стороны гаража, чтобы у меня был здесь ебейший, блядь, прострел по низу и все. Так ты только смотри не за... О, это ты, да? С киркой. Бля, ибо я обосрался нахуй. Да, 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 я на камнях, а вот вижу, ты разбираешь, ебаш. Ты кирку бы не руинил бы. Кирку бы не руинил бы на эту хуйню. А, там лопата. Тогда похуй. Да надо все им там разбирать, весь верх подвешивать нахуй в воздухе. Сейчас вот сначала открыть всю внешку, чтобы было видно, блядь. Только бы он там не загрузился бы, ебать. Ну я тебе так крою пока. Ну и делай еще в противоположном углу окошко, тоже со стороны черна. Чтобы у меня, блядь, был хотя бы так, быть прострел. Я видел, блядь, что тут к чему. Сетки все скидывай нахуй. Сетку видишь, кидай ее либо вниз, либо на пол. Лучше вниз, ну хотя бы на пол. Все прям вообще все нахуй. Во мне там еще есть кирка и топор. Ты бы хоть вышел бы, блядь, Ярик. Лег, блядь, лежит. Заебись. Вся надежда, блядь, на меня, она охуенная вообще. Ярик лежит, блядь. Кто? А, да он. Я его не видел. Не знаю. Зайди тем, кто у тебя на вышке. Иди это, идите разбирайте нахуй весь верх. И все им. Я вас прикрою тут. У меня еще есть, блядь. У меня еще есть полчаса, минут 40, вы, блядь. Я, на короче, есть? Я в гаражике. На лаве я буду волыны кидать. Вниз? Да. Кинь по НВ мне вниз. Будет вообще отлично. Где же его взять-то? У вас же там вы кого-то убили, там у кого-то было там 3 по НВ, или вы там все уже расхватали. Так мне надо без ремешка. Ну у них там еще снизу эти палатки стоят. Где я был? Да ну нафиг. Давайте скидывайте вниз вот здесь. Вот на эту вот полянку. Давай. О, отлично. Найти было сейчас. 74-ка валяется здесь. Я понял. Вот она. Все, отлично.
Все, я теперь ставлю на Wi-Fi. Где-то калаш лежал только что. Так, мы потеряли ее? Да. Мосина. 74-ка. О, вот еще два ПНВ. Да. Ну все. Я сижу, смотрю со стороны черных. Где у них огородик. У них же есть огород, получается, есть лопата. Где-то она у них есть. Если у них нет ее на крыше, то она там, внутри. Ну очень странно, почему не было, они же как-то разбирают. А кто чихает, болеет-то? Пушки все выкидывайте. Разбирайте им весь веру, блядь, чтобы они вообще там голожопые были. Гвозди совмещайте, разбрасывайте. Выкидывайте прям за территорию. Да, у меня его еще две в запасе, блядь. Только они без ремешков, такие обычные. Кстати, а что я это? Ну понятно. Ломиком? А снизу можно, интересно, блядь? Бля, как это? Сейчас. Ну, лучше, наверное, руинить. Если есть патрон... Не, ну, СВД-хи забирай такие вот. Топовые. Гиля мне забери 30-го моего. Где мой гиль? Водичка в цинке на улице. Давай, Вань. Так там разбирают все. Палатку кто-нибудь здесь можешь вот снять? В бочке на улице вода есть. Вот эту палатку? Да. У меня есть 16 патриков на 74-ку. Я могу всех убить.
Ну, дождались его. Чё, капкан не пускает? Да пиздец вообще. Попробуем, может быть, доской можно, когда она в руках, разэтовать капкан. Есть что-нибудь, какая-нибудь реакция с ним? Вот, и второй нахуй так же. Все, ведь. Да. Похуй, любым будет, по-моему, предметом можно. Каны тоже нахуй выкидывай. Нихуя он полетел. Ебать, он улетел у нас. Да, блядь, похуй. Чё видишь, то ловай, да. Там печечка, да, еще? И они там живут, блядь. Цари прям, смотри. Захотел, пожарил еды себе, блядь. А, тут такая хуйня. Да ладно, похуй. Дальше смотри. Что еще там разобрать? Че, ты что-то нашел там? Чего? Палаток? Да нахуй не нужны. Сетку вон выкидывай тоже нахуй. Ломик ломиком разъебывайся. Ты же сам говорил, там ломик есть. А, колуном можно, да.
Че, все отжили у вас инструмент? Я могу, блядь, принести вам еще. Все. Бля, я сейчас, короче, перезайду это, принесу вам, блядь, стой. Я где палатка в вышке? Это я. Так. Это ты? Подбежал ты? Да. Да подожди ты. Пытаюсь выйти, тут палатка мешает. Свернуть надо. Все. Замок выкинуть. Не-а. Кирка, а чё он не взял? Во. Ну, не знаю, ну давай обменяем. Надо мерить. Я тут, где все бросил. Тут разбираюсь. Залази вниз. Да. Топорик. Нет. О, а ты же как-то появился. Зомбарь, блядь. Это что ты будешь делать, блядь, зомбиать из понтовой? Разбирай давай. У них тут вот сарка. Ой, сарка, гюнтер. Черный. Кто? Мосинг. Да много там патронов на Мосинку, он же говорил. Надо еще разобрать для того, чтобы увести. Сарка там уже уехала. Я тебе могу там топор дать, можешь начать выезд делать. На. На, сюда. С чем не хватаешься? Стамин или что? Все, не может запрыгнуть. О, залез. Но.
наверх упала, наверх упала. Давай сейчас. Стамина, блядь. А, где зомби лежит, с того угла. Охуе. Да он, да я уже понял, что не хватает. Есть. Все. Услышали мы? Давай, лови. Подвай со мной. Подвай. Сейчас. Блин. Эй, не падай далеко. Есть, лови. Поймаешь? Она упала в самый низ? Я не вижу ее. Вон она. Да что ты будешь делать-то, блядь? Утро. Кирка, он полетел опять. А, падает. Че есть? Да. Че залезть, чтобы вам ее дать? Блять, опять на том углу кто-то. Давай, залазь. Все, пробовать отсюда. О, ушла. Четко. На, кусок мяса вот еще есть. Один Федор съел. Долетела? Нет. Падает ко мне. Где она? Вот она. Посильнее. Все, залетела. Да, Иван, я иду. Давай. А, что тут тундра вон валяется, четко. Тундру. Ага. Чё, начинаем? Ну это через сколько? А, не это. Нет. Ну нет, мы пойдем вместе. Нет, нет у меня. Угу. В смысле за руль? Зачем тебе это?